Алло, это долбоебы? О, блядь, петух, ты? А это долбоебы? Как дела, петух? Здравствуйте, это долбоебы? Слышь, петух, ты же понял, что я признался, говоришь? У нас в гей-клубе, блядь, ты в гей-клубе сейчас? Не, не в гей-клубе, это ж долбоебы, правильно? Петушара, ты где сейчас находишься? А скажите, а вы это, вы утренники... Петух, ты сейчас где находишься, говорю? А вы новогодние утренники организовываете? Сейчас тебе подъезд, Петушара, ты где сейчас? А зачем вам? Ольгинская набережная. Сейчас, где ты находишься, сейчас тебе подъезд. Ольгинская набережная. Дальше. Дом 11. Дальше. Квартира 23. Отлично. Москва? Не, Псков. Псков. Нет? Псков. Ну, ты скажи, где ты находишься, и сейчас тебе подъедут. А зачем это? Ну, выебут тебя просто в жопу. Подожди, а ты что это, ты гей, что ли? В жопу тебя выебут сейчас. Так, а ты гей, что ли? А ты гей, получается? Гей ты. Нет, ты гомосек, что ли? Ты где ты находишься сейчас? Не, реально, ты гомосек, что ли? Ты же напрашиваешься. Я ж тебе сказал, где я нахожусь. Где ты находишься? Псков. Московский адрес. Ты слышишь, ты мой адрес не надо говорить. Ты скажи, где ты находишься. А, Русская освободительная армия, дом 9. Это точно? Да, точно. Сотовый телефон оставь. Зачем? Подъедут, не берут. А зачем? А если ты накинешься на меня и будешь хуй мне сосать? Петух, получишь я с удовольствием просто. А если ты накинешься на меня, будешь хуй сосать? Я этого боюсь. Получишь удовольствие, петух, я тебе говорю. Петушара. Ты что, у меня сосать будешь, что ли? Давай сотовый телефон свой. Так а ты у меня сосать будешь? Ну сейчас дам. Давай сотовый. Сейчас дам, а ты у меня сосать будешь, да? Ну посмотришь. А что? Не, что ты будешь делать, расскажи. Ты все увидишь, все почувствуешь. Что ты будешь делать? И как ты будешь делать, все почувствуешь. Что, головка моего хуя почувствует, да? Все почувствуешь, я тебе говорю, обезьяна. То есть головка моего хуя почувствует, да? И твоя головка, и все почувствует. Подожди, ты меня что ли всего обласкать хочешь? Давай быстрее сотовый. Не, мне девушки нравятся. Сотовый, давай быстрее. Мне девушки нравятся. Ты сказал, что где в гей-клубе находишься? Ты же дурак сказал, какие тебе девушки нравятся, что ты гонишь? Да девушки мне нравятся просто. Ты понимаешь, мне всякие беззубые пидоры вроде тебя не очень. Ты уже 20 раз сказал, что ты гей сам. Не, не говорил. Что ты сейчас обратно вырубаешь? Так я же не говорил такое. Да ты, блядь, слышишь. Да ты пиздишь, слышишь. Знаешь, вот если бы, знаешь, я не хотел бы с тобой разговаривать. Я бы сейчас трубку не брал. Ладно, записывай телефон. Записывай телефон. Так, давай-ка сейчас, петушара, сейчас, секундочку. Сотовый давай. Это я так вижу. Это не сотовый. Это сотовый, говорю тебе. Ну, записывай. Подожди. Так это, ты по мальчикам, что ли? Алло, тебе мужчины нравятся, да? Так, давай, 499. Ага. Угу. 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 Записал? Кого позвать? Цирулёва Владислава. Цирулёва Владислава. Да, а ты это... Петух. Не, я Цирулёва Владислава, у меня косоглазие, не петух. У тебя косоглазие? Да. У тебя косоглазие? Да, у меня косоглазие. Что, даун, что ли, какой-то? Даун? Ну, меня мама так называла, потому что Цирулёва Владислав, но я не даун. Я очень умный мальчик, я работаю охранником. Где? Охранником работаю. Где? А возле жопы твоей мамки, чтобы ей не прессовывали. Вот это чмо, ты вот за это ты свой язык, блядь, проглотишь, нахуй, понял? Не, я реально охранник. Ты же просто не знаешь ничего. Вот да, ты ржешь, да? Вот посмейся. Потом посмеешься, нахуй. Я же свой язык.
из жопы достанешь. Так я же на... Вот я же... Я же на за добрый... это у тебя будет, блядь, сломан хребет, блядь, чмо. Я же на светлой стороне. Я же на светлой стороне, понимаешь? Угу. Я же на... Это... Слышь, петух, вот все, ты договорился. Ну, считай, вот это, знаешь, ну, все нормально, молодец, правильно. Так я цирулю, Владислав. Хорошо, адрес моей прописки сказать. Ну, ты, я знаешь, можешь назвать все что угодно. Не, посмотрим, я проверим. Реально, слушай. Хорошо. Город Казань. Ага, Казань? Да, улица Шамиля Усманова. Ты сейчас оттуда звонишь, да, тоже? Казань? Что еще раз? Ты с Казани звонишь? Не, я там буду через два дня. А сейчас ты где? А сейчас, ну, и там же, где и ты. Угадай. Где ты сейчас? В Пскове, конечно. Пскове. Что, сказать сложно? Суртуру сказать? Псков. Псков. Боишься, что ли? Псков. Боишься, чмо? Псков. Псков. Ладно, чмо. Ничего, Псков. Ничего. Знаешь, чмо. Псков. Знаешь, Псков. Такая пословица? Псков. Земля круглая. Да, так вот, это такая же круглая, так что, как язык, толстая язык, жопа. Как толстая свой жопа язык, твоей свой мамаши. Язык. Ты жопу у себя достанешь, петух. Так послушай, достанешь, это, я тебе это обещаю. Ты мой адрес запиши, а то ты я записал. Только по телефону такой смелый. Недостаточно. Ты только по телефону такой да, смелый, да? Да, конечно, да, вот увидишь. Так вот, я в Казани, смелый. Я в Казани нет. Буду через два дня, запиши адрес. Да я хуй с тобой, что ты будешь в Казани. Ты же еще потом приедешь, куда? А, не, возможно, я неизвестно когда, ты запиши адрес. Приедешь, ладно. Шамиля ничего. Усманова. Мы... Я умею ждать. Шамиля я Усманова, дом 33, видишь, квартира петух. 77. Да ты же трус. Я да тебе адреса пофиг, называю, ты не приезжаешь. Слышь, петух, мне-то пофиг, где ты там, блядь, сейчас будешь, ты приедешь, я умею ждать. Не, я не петух, я защищаю, я охранник, я охраняю да, жопу петушара, твоей мамы. Да, ты петушара просто. Я охраняю ты жопу охранник. Твоей мамы. Да, 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 ну охраняй, молодец, охраняй. Охраняй. Да, я охраняю. Главное свою не провороть, пока охраняешь другие. Так а как я свою проворонил? У меня же косоглазие, я могу смотреть свою, и на твою, и на свою. Блядь, петушара, блядь. Я петушара. И на твою, и на свою смотрю. Вот, давай, вот смотри на свою больше. Не так, можешь а мою смотреть, да, смотри а на мою. Вот, а на расскажи, мою. Расскажи, а вот когда ты сосешь чей-то хуй, что ты морально чувствуешь? Так что, петух, жди. Жди, петух. Ты это чувствуешь, что ли? Вот, не, вот когда ты... и думай. Хорошо, когда ты сосешь чей-то хуй, что ты вот думаешь? Вот. Так что жди теперь и что думай. Что ты чувствуешь как при бы, этом? Да, скоро у тебя ебло будет свернуто. Не, что ты при этом чувствуешь, скажи? Вот ты почувствуешь тогда, вот поймешь, что я чувствую. Кури, колись, проклятый змеина. Вот чмурина, блядь. Вот ты, блядь, договоришься. Ах давай, ты, давай, сука, говори. Спидовый, спидовый. Да ты что? Анафим проклят, анафим проклят, анафим проклят, анафим. А кто тебе сказал, ты звонишь? Чтоб тебе башку перековыряло на бок. А чмошник? Чмошник, кто тебе сказал? А ты голос ты меняешь, чмо. Какой голос меняешь? А что ты своим голосом нормальным не говоришь? Да я цирулю, Владислав, я инвалид, понимаешь? Ты знаешь, что тебе... Да инвалид, ты видишь, что ты инвалид. Тебе рассказать, почему я уверен в себе? Тебе рассказать, тебе интересно. Да мне пофиг, ты не уверен в себе. Ты в себе не уверен. Не, просто чтоб ты ошибок не предпринял. Слышишь, чмо, ты уверен, просто ты по телефону. Вот ты в себе уверен. Что, не, даже вживую. Ты думаешь? Понимаешь? Ты думаешь, дело в том, что я инвалид. Чмо, ты слушай меня, не перебивай, блядь, я тебе говорю. Закрой ебало, послушай. Ты чмошник, блядь. Ты уверен в себе, я инвалид. По послушай, закрой понял? Ебало. Инвалид, ебало. Ты, блядь, смотри. Будешь в первой степени скоро инвалид. Сейчас твоя мамка будет инвалидом, будешь так пиздеть. Так вот. Слышишь, скотина, ты ебало, закрой свое просто вообще. Сейчас... Ты будешь первым инвалидом первой степени вообще. Я просто. Инвалид. Ты и поэтому, смелый, если просто, ты прикоснешься ко мне хоть пальцем, вот. Ты по телефону пальцем. Разговариваешь, ты смелый. Тебя знаешь, мои на, друзья вот, найдут на и прибьют. На его. Ты, блядь, если бы уже заклоп бы, и сидел бы да заклопишь просто да вообще. Ты же это, ты же утконос ебаный, блядь. Да. Ты же Буратино, блядь. Ты же только пиздишь по телефону, все. Вот, ты что, про тебя сказал? Ты это, ты правильно. Свою, ты свою все правильно залупу, сказал. Залупу ты закрой. Все правильно сказал, блядь. Ты свою инвалид, залупу ёбаный. Закрой, крайнюю плоть ты свою, которую ты разговариваешь, закрой, ты понял? Ты смелый пока что, блядь. Ты, знаешь, ты инвалид еще, по-моему, удобаешься чем-то. И хорошо, подожди, а ты можешь разговаривать чем-то, помимо своей вагины? И по вене тоже, да, наверное, долбаешься? Что еще раз, по вене? Ну, не расслышал, что ли? Я не расслышал, что там. Ты еще дебил, что ли? Ты еще дебил, глухой, что ли? Не, я цирулёв Владислав. Инвалид, дебил, блядь, и косоглазый, и глухой? Не, меня мама дебилом называла, нет, но ты я цирулёв Владислав. Ли, ну?
Да я Сырулев Владислав, я дебил полный. Сырулев Владислав? Да. Ты дебил полный, нахуй. Ну да, вот да, я тебе подсалю, нахуй, мозги твои. Ну я Сырулев, ну подожди, ну в самом вот. Деле. Ладно, ты, давай, а что ты давай фамилию помер... повторяешь все время? Давай. А что ты все время эту фамилию повторяешь? А что бы это чья-то чужая фамилия, да? А почему бы нет? Чужая фамилия, да? А почему бы да нет? Да ничего, не переживай, не переживай, а почему найдем. Бы нет? Почему бы нет? Не переживай, в любом случае найдем. Хорошо, а послушай, а вот ты когда вот хуй сосешь, а что ты чувствуешь? Вот узнаешь. Когда в рот возьмешь, узнаешь. Так что подожди, я не возьму, я никогда не возьму, понимаешь? Посмотрим, посмотрим. Я не возьму, поэтому... Считай деньги теперь. Считай деньги. Вот теперь живи и думай. Деньги чего? Ну, до встречи. Какие деньги? До встречи. До встречи. А какие деньги считать? Деньги до встречи, пока я, блин, до какой встречи? Пока дышишь, скотина. Так а как можно посчитать бесконечность? Вот, посчитай, посмотрим. А как бесконечность? Для кого ты бесконечность, знаешь, бесконечность? Да ты же для кого-то сейчас, да для кого-то сейчас бесконечность. Да ты же для кого-то день бесконечность. Ты для кого? Как? Опа, узнаем. Хорошо, отлично, узнаем. Все, хорошо, посмотрим, ладно, все узнаем. Ты да. смелый, да, ты смелый. Скажи мне, ты вот, смелый? Узнаешь, все, блядь, мудак. Если ты такой узнаешь. Смелый, ты можешь себе говно об лицо размазать? Узнаю. Вот, говори, будет сделано хорошо. Тырну тебя мордой, блядь, тырну вот тебя мордой. Смотри, у тебя телефон высветился. Ты мне, пожалуйста, перезвони, как дерьмо себе об голову слышишь, размажешь. Слышишь, сучонок, я тебе говорю, ты попросил, пожелание твое будет выполнено. Не, я это, ты я... Ты еще, есть еще пожелание? Да, есть. Можешь себе говно давай. В ебло размазать? Себе говно вот, в ебло. Твое, это пожелание твое будет выполнено. Почувствуешь. Хорошо. Еще то есть пожелание. Ты его себе по еблу размажешь. Еще да? пожелание идет, блядь. Ты давай время не трать. Еще пожелание. Не, по еблу себе говно размазать можешь. Еще пожелание есть, идет, блядь. Я просто я с другими да, людьми есть. Разговаривал. Ты влез, блядь. С какими давай людьми? Быстрее. Да тоже петухи какие-то, тоже не люди. Тебя, ну, ты да, петухи, возможно. Слышишь? Познакомишься скоро, не переживай. С петухами? Да не, я что, дурак да, с петухами? Да, какая разница, познакомишься. Я скажем, что, дурак с твоим ну, курятником общаться, блядь? Познакомишься. Дурак, ты дурак, конечно, дурак. Слушай, ты уже а дурак. Мне вот это, мне послышалось, что ты пернул. Мне послышалось, что ты пердишь от страха. Да, 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 прямо, да. блядь, тебе в рот, нахуй. Не, серьезно, ты пернул, ты, да, это, да, ты да, испугался, да. что ли? Ты по телефону а только ты? Такой смелый, да? Я, блядь, слышь, идиот. Ты меня услышал? Хорошо, ладно, давай по-мирному, давай мирно все решим, то есть, что ты хочешь? Ты что, как дурак, блядь? Я ты... хочу что-то. Да, что ты а хочешь, что чтобы... хотеть? Ну, чтобы меня не искать, давай, я понял, что ты парень серьезный, что можно сделать, чтобы меня не искать? В смысле, чтобы тебя не искать? Да, что ты, можно как-то исправить ситуацию, я понял, что я переборщил, присунул твоей мамке, я переборщил с этим и... Угу. Что угу. можно сделать, чтобы ты меня не искал? Не, продолжай так же в том же духе. Ну, пожалуйста, ну не надо меня искать. Не, продолжай ну, все пожалуйста, там в том же духе. Ну, пожалуйста, ну не надо меня искать, я инвалид. Ну, пожалуйста, ну не надо меня искать. Идиот, ты ну, вот это потом все послушаешь? Да. Слышь, ты дурак. Вот это все сейчас записывается. Я же потом дам тебе это послушать все. Идиот, блядь. Ну, пожалуйста, ну не надо. Ну не надо меня искать, пожалуйста. Вот даун, блядь. Ну я... Вот даун. Ну я Цирулёв, Владислав. А ты в психушке? Какой ты? Я Цирулёв. Ты в психушке вообще, да? Ну я Цирулёв, а ну не надо меня искать, у меня косоглазие. У меня косоглазие, у меня нет... Послушай, у меня нет денег на лечение косоглазия, ну не надо меня искать, пожалуйста. У тебя мозгов нет, нахуй. Ну ничего, ничего. Ну нет денег. Нету, нету, тут уже не поможет ничего, что скинь, есть, что нету. Скинь, пожалуйста, ничего. 100 рублей на лечение. Скину, конечно. 100 рублей на мобильный скинь, пожалуйста. Угу, да, я хорошо, голосовал хорошо. За Путина, он меня обманул, угу. Скинь мне 100 рублей. Хорошо, сотовый кидай, я тебе скину на него, 200. Я ж тебе продиктовал. Это не сотовый. Ладно, диктую еще один телефон, то сотовый, серьезно, нет, 499 то сотовый, реально.
Ладно, еблан, слышишь, все, давай. Ты скинь на сотовый телефон 100 рублей. Ты там все прокукарекал? 100 рублей. Ну, пожалуйста, ну не надо мне искать, пожалуйста. Я больше не буду срать. Не буду, хорошо, не буду. Я не буду срать тебе на голову. Не буду, петушара, не буду. Я клянусь, я не буду больше срать тебе на голову. Вот, петух, мне же, не знаешь, вот ты пойми, придурок, мне же не составляет труда там положить трубку, там не слушать твой бред, блядь. Не отвечать на звонки, я же вижу, кто звонит, блядь, какой номер. Я не звоню, я звоню тебе первый раз. Первый раз. Знаешь, мне-то похер, просто, знаешь, ты вот сейчас сам себе копаешь могилу. Не, ну первый раз я тебе позвонил, серьезно. Все, ну хорошо, первый и последний это будет. Не, я клянусь. Подожди, я клянусь, я обещаю, я тебе пятки буду целовать, я больше не буду срать тебе на голову, обещаю. Вот, подожди, пяток, запомни это. Запомни, я не буду срать тебе на голову, обещаю. Ты меня прощаешь? Да, да, да. Конечно. Ты меня прощаешь? Ты прощен. Не ищи меня, пожалуйста. Не надо меня искать. Все, можешь идти, блядь, дальше в жопу долбиться, петух. С твоей мамкой, что ли? А с кем хочешь? Ну? С твоей мамкой можно? Ты же петушары. Тебе это похер. Тебе, ты же любишь, когда тебя? Ты же любишь, когда тебя? Не, а с твоей мамкой. Ты же когда тебя любишь? А с твоей мамкой можно? Ты же любишь, когда в два смешка. Видишь, когда в два смешка тебе? Ну, я когда это, я когда в ДНР воевал, со мной так часто. Любишь, да, значит, когда тебя там, когда ты воевал, ты любишь, да, когда в два смешка тебе? Я в ДНР воевал, понятно. Я Новорос. Ну, я за какая разница ты воевал, мне это плохо. Ты в два смешка любишь, да, послушай, тебя? Я Новорос. Любишь, ты говори, да, или да, нет, да, блядь, да, любишь? Да, люблю, я Новорос, я люблю. А его, что ты больше любишь, Скайворот или как, или Жолу? А, ни то, ни другое. Меня это... Нет, ты сказал, ты любишь, да? Чего? Нет, это против моей воли. Против моей воли. Чего? Делать. Да? То есть тебя изнасиловали? Против моей воли, да, поэтому... часто. Так тебе изнасиловали, что ли, придурок? Ну да, я с Рулёв, Владислав. Я с Рулёв, меня часто изнасиловали. Идиот, блядь, тебя изнасиловали, что ли? Придурок, блядь, ты не слышали? Или ты дебил вообще? Да, слышал. Тебя изнасиловали, что ли? Ну зачем ты так? Тебя изнасиловали, ну, против своей воли? Зачем ты так со мной? Чмо, тебя изнасиловали? Ну зачем ты так со мной? У тебя что, по этому крыше поехал? Слушай, меня зовут Дианонир Маша, понимаешь? Меня зовут Дианонир Маша, меня часто насилуют. Да мне пофиг, как тебя зовут, блядь. Слышь, идиот, блядь. Я тебя сделал... Ты изнасилованный? Скажите, пожалуйста. Я модератор сайта, разоблачающий пранкера Евпату Кнура. Я Дианонир Маша, меня часто насиловали. Баран, блядь, ты правда изнасилованный? Ну да, я же... I can speak English, I am Дианонир Маша, and I am creator of website. У тебя поэтому, блядь, и мозгов нет, Евпатокнур. У тебя поэтому и мозгов нету, блядь, нихера, да? I am разоблачил пранкер Евпатокнур. Я тебя понял, блядь. Да, послушай, меня Царулёв Владислав зовут, он же Дианонир Маша. Давай, блядь. Все, не надо меня искать. Не, реально, чувак, реально, не надо меня искать, пожалуйста. Давай, давай. Ну не надо, ну пожалуйста. Иди отдыхай, ну пожалуйста, не надо. Шмырнись. Ну не надо всё, меня искать. Давай, иди в жопу. Слушай, помой, я создатель сайта. Да мне похер, кто же там, блядь. Иди в жопу помой, блядь, и готовься. И жопу помой, и будь готов. Блядь. Как ну обычно. Не надо, пожалуйста, не надо искать, хорошо? Все, ну, давай. Ну я всех боюсь. Всё. Ну я всех боюсь, я не надо услышал, меня. Хорошо. Ну я всех боюсь, хорошо. Не надо меня. Я сказал, хорошо. Ну не надо, пожалуйста. Все, хорошо. Ну пожалуйста. Хорошо. Ну пожалуйста. Хорошо. Все, иди нахуй. Еще петух, будут пожелания? Все, иди нахуй. Петух, будет желание? Предсмертное желание. Петух. Предсмертное желание. Петух, будет желание у тебя еще? Да, я же говорю, иди нахуй. И, петух, еще желание? Иди нахуй, и кончить все. Кончить в рот, например, тебе. Тебе что? Или что еще? Тебе что? Или кол в жопу вогнать, блядь. Кол в жопу вогнать. Ладно, если ты предлагаешь, я хочу кончить тебе в рот. Кончишь кол в жопу, осиновый? Не, кончить в рот, я хочу тебе кончить в рот. А кол в жопу хочешь? Ты же предлагаешь, давай. А шишку, ты слышишь? О. Шишку? Шишку в жопу хочешь? Зачем? Еловую. Зачем? Знаешь, она туда заходит хорошо, а выходит похерово. Откуда ты знаешь? Вот готовься. Откуда ты знаешь? Ну, вот узнаешь, теперь ты, петушок. Ты покажешь, что ли? Готовься, покажу. Ты покажешь, вот именно, что покажу. Вот именно, покажу. А можешь мне видео скинуть? Видео, пожалуйста. Вот ты сам посмотришь. Видео. Хорошо, и потом тебе видео... Потом тебе скину видео. Как ты против? Нет, хорошо. Ты видео со своим участием скинь, сделаю. Пожалуйста. Все будет. Где с моим участием будет. Где ты это делаешь? Видео будет, да. Видео будет с моим участием, как я это делаю. Я тебе скину.
Ладно, я что это, увидишь? Я за рулем, да. Владиславы, и шлю тебя нахуй. Да мне плохо, кто ты. Ты уже как бы наговорил, да, достаточно. Я шишка, понял. Ты уже это наговорил, тут достаточно. Все. Ты уже наговорил, что ты там с рулем, не с рулем. Эх, мне похер. Ты уже наговорил, достаточно. Все, нахуй шишечка. Ты заебал. Да, хорошо. Ты заебал, да? Меня уже со своим пиздежом. Иди нахуй, все. Точь мой нервы дают. Все, да, нахуй иди, блядь, я тебе сказал. Петух нервы сдают. Все, нахуй пошел, я заебал меня уже. Петушара. Да пошел ты нахуй, блядь. Да пошел нахуй, я тебе сказал, блядь, заебал меня, сука. Петух, блядь. Еще укорякаешь, что все. Да пошел ты нахуй, я тебе сказал, блядь, заебал меня уже. Кукарику, блядь, слышишь, я сейчас на ступке слышу кукарику, кукарику, кукарику. Хватит уже укорякать-то, блядь. Ты можешь по-человечески говорить по-русски? Слушай, а чё ты не можешь положить трубку? Э? Что? Чё ты не можешь положить трубку? Да я не хочу просто. Мне прикалываю с тобой разговаривать. Да всё, пошёл. Разговор записан. Пошёл. Зачем ты записываешь? Не надо, зачем ты записал разговор? Ну зачем ты это сделал? Нормально. Ну зачем ты это сделал? Зачем? Подожди. Да я пошутил. Не, реально. Реально, зачем ты это сделал? Я пошутил. Я пошутил. Реально, то есть никакой записи нет? Не, серьёзно. Никакой нет. Нет, серьёзно нет. Все, никаких претензий, да, все? Не, абсолютно нет. Все, лады, то есть, все тогда, с наступающим тебя, все, да, да, давай, пока, пока. Давай, петух, передавай, давай, петушара, отдыхай. Пошел нахуй, все, пока. Хорошо. Давай, иди, молодец. Блять, забавный чувак.